Что же вам необходимо для вашего отопления? Ну и также для воды. И даже если вы в старой квартире живете, то части, которые засоряют ваше естество, оно где находится? Оно находится в ваших трубах. Поменяйте, поставьте пластик, все будет вполне нормально. Пластиковые трубы берем здесь же. Улица 50 лет Магнитки, 33А. Теперь другой вариант. То же самое отопление. Отопление весьма интересная штука, да? И иногда, ну хотя, честно, чугунные трубки, они хорошо греются, да, вот эти, которые, радиаторы, да? Но не менее хорошо греются и хорошие радиаторы от других компаний, которые вы также можете купить здесь же. Теперь, к слову, о цене. Все говорят, что... Проходите, пожалуйста, не проблема. А все говорят, что это все сложно. Да это абсолютно не сложно. Ценники нормальные и доступные. И, к слову, о том, если вы сюда придете, вы купите себе то, что вам необходимо. И это очень будет даже неплохо. Что вам надо, то. И, конечно, это не водомер. Хотя давайте определимся вместе, сколько мне надо. Ну, всего лишь часть из $1000. Сумма-то небольшая. Сумма складывается из вашей аренды. 5 точек, даже минимум, это 30 тысяч с одной. Перемножаем 150 тысяч. Плюс работники. А это 250 на 2. Один не всегда может. И еще 250 тысяч. Суммируем. И вот ваш покупатель. Но не один, естественно, выкачивает из вашего бюджета почти пол лямчика. Пол лямчика или постоянная трата штуки баксов? Я бы выбрал последнее. Регулярный и постоянный эфир. И вы обалдеете. И это будет плюс для вас. Опять не верить. Я зря. Хотя вот перед вами моя история. Я просто помолчу, но вот Орион работал со мной 4 года. Развился. Из 2 боксов стало 4. Машинами все обзавелись. Плохо? Нет. Вопрос малость по-другому стоит. То есть вы думаете, что вы развились круто. Ха, но простите, без меня вы не улучшились. Вы улучшились только благодаря моей помощи. Помощи нет, и вы через год-два в низшем ауте. Круто? Нет, господа. Господа мои предприниматели, круче телевидения нет ничего, не я вам говорю. Хотя, простите, не интернетом един человек, потому что вы одного кренделя не выбирали, а он будет присутствовать. А это и есть телевидение. Итак, куда прийти за теми самыми устройствами для вашего тепла? Естественно, сюда. К слову о том, что... За водой вы также можете прийти сюда и все это дело поменять. К слову о том, что вы можете все это дело просмотреть, то есть поставить счетчики отличные. К слову о том, что все это стоит недорого. К слову о том, куда вы можете приехать. Улица 50 лет Магнитки, 33А. Приезжайте сюда, покупайте. А есть еще другие вещи. И эти вещи вам предлагает по весьма недорогой цене фирма «Водомер». Зайдите в другие места и спросите, а где «Водомер»-то есть? Вам скажут точно. Покупайте и получайте максимум удовольствия.